В этом примере показано, как перейти к обучающему видео по системе контроля парковки через контекстное меню. В главном меню перейдите в раздел «Автомобиль» и нажмите кнопку «Система контроля парковки». Откроется контекстное меню. Выберите «О системе» для просмотра ознакомительного видео по использованию системы контроля парковки. Push the button to activate Easy Park Assist. Select one side.